При входе в выставочный зал гостей встречает флейтист. Приятная музыка с первых минут погружает в мир искусства. В этом случае весьма непривычный мир. Все картины созданы в тесном сотрудничестве людей науки и творчества. Одни выращивают для художников необходимые материалы, а другие создают из них неповторимые шедевры. Здесь нету никакого пластика, никаких смол. Вот. Это вечный материал. И все эти работы, их можно закопать в землю, через миллион лет их откопать, и они будут точно такие. Они не боятся воды, они не боятся кислот, они не боятся влаги, они не боятся света. Они вечны. Арт-студия «Гластель» и лаборатория новых материалов и технологий сотрудничают на протяжении нескольких лет. Уникальные возможности, которые открывает современная наука, с легкостью применяют при создании своих произведений художники. Впервые их работы представлены в Звенигороде. До этого такая выставка проходила в Париже, а в других зарубежных странах. И вот сегодня, наконец-то, мы смогли такое удовольствие доставить нашим звенигородцам. Выставка «Квазикристаллы Гластель» продлится до 19 декабря. Жители и гости Звенигорода могут открыть для себя неожиданные возможности неорганической химии и художественного мастерства. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».